Всем привет! Просят, чтобы делал обзор покупок на барахолке. Ну вот, что сегодня удалось мне купить. Купил я два ножичка советские, карманные такие. Цена 2 рубля 50 копеек. Ножички в идеальном состоянии, новенькие. Вот так вот он выглядит в сложенном состоянии. Две пары запонок серебряных взял, 875-я проба. Состояние отличное у них, нигде нету на камешках сколов. И открытки взял. Открытки я люблю, покупаю, если мне интересны они, то я покупаю и также их перепродаю. Старенькие открытки. Тут есть открытка, которая мне даже ни разу не встречалась. Вот такая вот открыточка Зарубин с 8 мартом. Открытки подписанные. Ну, люди их также коллекционируют. Даже подписанные. Если нету чистой, вставляют в коллекцию подписанную, а потом уже делают обмен. Вот такая вот открытка с днем рождения Зарубин. Мне ни разу она не встречалась, но в этот раз мне их аж две открыточки попалось. У этой открытки такое состояние не очень. Здесь угол перегнут и какие-то надписи на самой открытке. Здесь открытка более-менее, тоже немножко есть загнутый угол, тоже подписанная, но состояние вроде как бы более-менее. Это массовые тиражи открыток, их много, те более реже встречаются, эти часто встречаются. В основном праздничные, новогодняя тематика. В принципе, ничего дорогого не купил, но все равно прогулялся по барахолочке и купил немножко вещей, которые меня интересуют, и буду выставлять их на продажу. Есть люди, коллекционируют открыточки. Новогодняя тема, праздники. Ну, в принципе, здесь уже такого ничего нет. Вот еще там пару открыток. Открытки все 60-х годов. Так, в принципе, все. Вот какая-то поздравительная тоже. Приглашение какое-то. Такая вкладочка. Всем спасибо. До новых встреч. А я пошел работать.